Всем привет, друзья! С вами Неломок. Мы продолжаем пройти игру под названием Outlast. Whistleblower. Загрузить игру. Загрузить последнюю нашу сохраненку. Эта игра нам уже всем известна. Вам, мне. И мы сейчас допроходим, наверное, это дополнение. Вот это вот, которое осведомитель называется. Про этого ученого-инженера, да? Который пытается рассказать обществу, что же происходит на самом деле в этой лаборатории всей, в этой структуре. А потом подумаем насчет того, будем ли мы проходить еще вторую часть игры. Надо будет это дело поразмыслить. Итак, где мы тут оказались? Так, подождите-ка. Я помню это место, но я, кажется, дальше продвинулся. По-моему, я тогда дальше продвинулся. Я сюда зашел. Здесь я поглядел. А куда, как я нашел выход отсюда? Я уж не припоминаю. Какой-то мне ключ не доставалось здесь, да? Я не мог открыть, может, у меня ключа не было. Так, нам нужно было камеру. Вот тут дверь какая-то есть. А ну-ка. Тут я ничего не нашел. Путь. Я уж забыл все напрочь. Ни батареек, ничего. Батарейки у меня 3 штуки. Ну, здесь какой-то есть проходик, да? А куда мне тут девать себя? Свою душеньку. Свою душеньку. Куда девать? А, вот люк. Нашелся. Все. О, этого я помню, чувака. Этого я помню. Вот тут мы с вами остановились. Точно. Поехали отсюда. Будем уже смотреть. Что же нас тут ждет? Сохранение. Что это такое? О, боже ты мой. Это все люди. Подвешенные. Это спортзал. Видите, кольца. Здесь эти вот батуты, маты. Козлы, через которые прыгают дети. Брусья. Это спортзал. И трупаки висят на потолке. И только запчасти от них. Части тела, вернее. Офигеть. Это школа? Тут какие-то двери подозрительные, слушайте. Запертые, так и знал. Но там просто свет яркий. Думал, может, меня пропустят. Наверное, мне в эту дверь нужно. О, можем в баскетбол поиграть. Тут цепочка. Здесь проход какой-то есть. Я был мальчишка, мама часто говорила, женись, сынок, и увидишь, кем счастливым ты сможешь быть. Мама часто говорила, я искал, я никак не попадалась та, которую я представлял ее. Он поет песни про жену. С ума сойти. Я могу в шкафчик спрятаться. Это да. Песенки он поет. А где он? Я не знаю, где он поет песни свои. Мы с ним, по-моему, разминулись. Или нет? Мне нужна такая же, какие-то, которая вышла за дорогу. Дорогого папочку. О! Это же свадебная церемония здесь должна происходить. Кто тут? Сохранение. Ой. Ты недостойна моих детей. Ключ, ключ, ключ. Я нашел тебя. Ай, бежим. Ай. Сюда, 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 сюда. А-а-а. Недостойна моих детей. Нож. А куда я должен был? Он меня почикал. Мне нужно было найти способ как-нибудь ключ забрать, и чтобы не спалиться. Или там была какая-то щель. Возможно, я мог там проскочить. Он меня заметил. Но была сохранялка. Сохранилась, по идее, игра. А ну-ка. Как там нужно поступить было? Ну-ну-ну-ну, давай-давай, мне уже интересно. Ключ здесь. Какая-то щель? Да, если что, мы сюда сразу бежим, сюда. В эту щель. Ключик. Вот он. Бери его. И тикай, и тикай, и тикай. Вот он. А мы сюда. О, пролез. Дальше куда? Камера. Мотор. Тут надо было двигать, наверное. С этой стороны? Да. Он тоже сюда ползет. Я же не знал, что нужно было здесь двигать. Закрой. Камера. Куда? Закрой. Куда, 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 куда мне спрятаться? Под стол. Может, меня не найдет? Музыка какая. Ух. Я не знаю. Он зашел, кажется. Ой. Он видит меня. А! Нашел под столом меня!
Он меня нашел под столом! Как? Куда он мог знать, что я под столом сижу? Вставай, вставай, беги, беги, беги куда-нибудь. Все, это уже конец. О! Их двое! Откуда их двое взялось? Я не понял. Это что за бред? Почему их двое? Откуда их взялось двое? Или какой-то глюк был, наверное, в системе. Наверное, я буду начинать с этого ключа. Да. Не нужно понять маршрут. Маршрут не нужен. Взял. Маршрут. Не нужен маршрут. Это самое главное. Чтобы я разобрался с маршрутом. Куда мне толком бежать, непонятно. Толкаем, 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 толкаем. Пока он там лезет или оббегает кругом. Я это дело все открываю. Ага, вот он здесь. Я его тут закрыл. А куда я тут должен спрятаться? От него. Он меня тут везде находит. Он быстрее меня двигается. Оп! Закрыл. Я закрыл за собой. Еще раз закрыл решетку. Куда, куда, куда бежать? Я не помню совершенно. Сюда, наверное. Нет. Сюда, нет. Я не помню, где этот выход был мой. Это опять эта прачечная. Фу ты, ё-моё, не прачечная. Он сейчас меня догонит, скорее всего. Давай, в щель, бегом. Оп. По кругу, чтобы не его гонять. Я так в итоге должен разобраться, куда же мне все-таки... Куда мне бежать? Я не понимаю ничего, ребята. Он отсюда выходит, да? Закроем. Закрыл. Далее куда? Сюда, что ли? Тут же шкафчики. Он меня сейчас в шкафчике найдет наверняка. Оп. Закрыл. О! Спортзал. Вот точно. В спортзал нужно вернуться. Нужно обратно туда в люк запрыгнуть, верно? Надеюсь, я успею. Я очень хочу туда спастись. Я очень-очень сильно хочу. Давай, давай, давай! Фух. Я убежал. Камера. Теперь здесь. Хоть бы сохранение хотя бы какое-то сработало. Слушай. Где он? Не знаю. Так, а что здесь было? О, сохранение. На этом хотя бы спасибо. Так, а куда здесь дальше? Шкафчики какие-то. Куда здесь? Какой-то проход, да, что-то не вижу я. Как-то перепрыгнуть через стол. Вот он, стол, перепрыгиваем. Так, по идее, мы вроде как спаслись. Вроде бы как. Вот, это та решетка, которая должна была ключом открываться, нет? Нет, это не она. Вот это, наверное, на exit. Точно, вот ключи. А! Кто-то словил меня! Ай! Он... Что он творит? Куда бежать? Опять меня словил! Я стараюсь, стараюсь, а вы все предаете меня! Боже ты мой! Он меня сейчас уничтожит! Будешь висеть, как и остальные! Там же в спортзале, да? Вот, мы в спортзале! Подвешивает меня! Как и все в эти... Еще и за шею. Тяжелее, чем выглядишь. Если ты выглядишь так в медовый месяц, то я боюсь представить, что будет на годовщину. Ха! Типа он имеет в виду, что все жены толстеют после свадьбы. Он как меня высоко поднял. Сейчас отдохнусь. Отпусти меня. Что делать? Что делать? Что мне нажать? А, сейчас обломается потолок, походу. Не двигайся, черт побери. Что ты делаешь, черт, дорогая? Тебе нужно вести себя хорошо. Ах, нет, нет, нет. По-моему, сейчас все... Двигать мышкой. Двигай, 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 двигай. О! Что? Что произошло? Что произошло? Я не могу двигаться. Я вишу. Мы могли быть красивыми. Его перекрутило на этом всем. Его тоже на этих веревках перекрутило всего. Вы поняли? А он запутался в этих веревках. Жесть, его вся конструкция, его жена... Ух ты, ёшкин, матрёшкин. Я могу двигаться? Нет. Смотри, сохранение идет. Не могу двигаться. О, могу. Короче, он как-то... Какой-то колышек в него залез как-то. И он сдох по итогу. И что? Когда... Теперь я могу туда залезть спокойно себе? Где этот люк был? Вон там. Вот это так... Это финальная сценка или еще будут какие-то... Какие-то нас... Ждут приключения. Но мы же его убили, этого главного негодяя. Он же тут всем заправлял. Или не он? Мы должны теперь пойти выбраться наружу и рассказать об общественности. Так, чувак, ты тут отдыхаешь. Я помню про тебя. Так. Тут надо было через стол перепрыгнуть. Это мы помним прекрасно. Бегать я уже совсем не могу? Нет, могу. Еле-еле, но могу.
Хорошо. Офигеть. Вот это как можно такие классные игры создавать? Я себе не представляю. А, я мог выйти через портал с этой стороны. Ага. Ну, ключом-то я уже открыл эту дверь. Эксит. А ну-ка. Что тут нас ждет? Лучше давайте прикрою калитку, слушай. На всякий пожарный. Мало ли, вдруг он сейчас оживет, этот демонюга, этот озабоченный сумасшедший псих. Так, что там? Made Ward. И где мы? Могу закрывать за собой двери на всякий пожарный, помним это. Так, тут не-то не отодвинуть. Портрет этих чуваков. Так, сохранение. Так, что-то подгрузилось как будто бы. Батареечку, нет? Есть окно какое-то, но в стекле. Стекло мы разбивать не имеем возможности. Еще одно стекло. Это что такое? Колясочки. Ой, все темно, очень темно. Тут не пройти. С батареи сажают? Кто-то ходит! Там кто-то был! Я видел там кого-то. Кто это? Это военные? Так, нельзя военным попадаться, они же меня зарастреляют. Правильно? О чем мне говорят? Да что же за псих мог сделать это? Кто это такой? А! Скажу тебе одну вещь, я видел достаточно. Не всех были в человеческом теле. Аминь. Помните этого мужика, которого я в первой части лифтом задавил? Это тот или не тот? Который бегал с ножом. О, мне сюда кажется. Давайте перезарядим на всякий пожарный свою камерку, потому что она заканчивается. Полицаи же меня уничтожат, да? Правильно я понимаю? Там кто-то кого-то. Всем бригадам расширить огонь на поражение. Повторяю, всем бригадам открыть огонь на поражение. Убивайте все, что движется. Понял. По-моему, там какие-то демоны на них напали. По-моему, там на них... О, батареечка. Так, по-моему, на них там кто-то напал. Журнал. А ну-ка, читать будем или нет? Наверное, мы не будем его читать. Мы посмотрим на него. Господа, господа, господа. Так, поехали. Смотрим, что нас еще ждет интересненького. А где расстрелки? Где расстрелки ведутся? Эти двери скорее всего... О, тут они стреляются там. Он тут бегал. Мне показалось. Тут нет прохода. Помогите, сержанты убиты на нижнем подвальном этаже. Противник неизвестен. Нужна срочная эвакуация и бригада медиков. Так, всех перебили, понял. Куда идти? Сюда или сюда? Вот это тот, который в лифте был уничтожен? Он? Да, из первой части! Мы тут его придавили лифтом, я помню. О, красавчик, красавчик. Хорош. Хорош. Придавил уродца. Заперто. Мелодия какая-то подозрительная, слушай. Очередная подозрительная мелодия. Я кругом, что ли, хожу? Я же здесь уже был. Или это уже не те окна? Я же здесь уже только что пробегал. Дверь заперта уже. Я ее закрыл. Тут закрыто. У меня три батареи. Сохранение идет. Так, значит, мы правильно двигались. О, ух ты. Какой красивый коридор. Окошко. Дайте мне какое-то разбитое окошко. Это полицейские? Нет, это не полицейские. Это не полицейские. Это обычные работники какие-то. Ой, боже, как их раскорячило всех. А кто-то так с ними? Идем. Тут дверь какая-то. Не поддается вообще. А вот здесь проход. Здесь тот здоровяк на нас нападал. Я помню это помещение с первой части. Здоровенного. Но мы тоже, он тоже уже уничтожен. Он ведь тоже уже уничтожен. Это была проходка в винтовую шахту. Это же коридор. Это здесь у нас выбросили через окно, я помню. Тут все как-то закрыто. Тут не пройдем. Ну, мелодия какая интересная, да? Мы близки к выходу. Мы очень близки к выходу. Тут закрыто. Через низ, через подвал. Только не говорите мне, что мне нужно в подвал. Нет, это не подвал. Стоп. Мы все... Кровь, наверное, не туда. Это что за холл? Это же холл, выход, по-моему. Если там...
Мистер Парк, как вы все еще живы? Давайте заключим сделку. Вы мне поможете, а я помогу вам. Тот, который меня бил в самом начале. Помогите встать, пожалуйста. Умри. Он меня порнул ножом. Ах ты ж негодник. Злой. Никто не узнает, никто. Ах, что за... Ох, боже, как оно выбралось? Как оно выбралось? И А это существо, короче, возможно, оно даже не является моим союзником. Или все же является, не понял я. Я еле-еле жив и тепл. У меня ранение в животе. Я что, буду сейчас ползти, что ли? Капец, он весь в кровяке. И этого мужика злобного разорвал. Как его звали, этого персонажа? Ну это дух, короче, дух. Я еле ползу. Только не говори, что меня расстреляют. Я должен как-то донести журналисту, чтобы он журналист сюда пришел посмотреть, что здесь произошло на самом деле. Вот военные автомобили эти, вот таких не... Как они называются? Хаммеры такие какие-то американские. Но это не хаммеры, это какие-то другие машины. И что, я все же выберусь, как этот инженер-программист выйдет с этой больницы, этой лаборатории живым? Один-единственный выберется на свободу? Наверное. Мог бы сесть какую-то машину и уехать, нет? Что, его никто не остановит даже? О, здесь я же подъезжал. Помните журналист в первой части, в самом начале? Он тут подъезжал, эти шлагбаумы, эти ворота, это все тут было. О, машина. И дверь красная светится. А я могу в это помещение? Тут. Нет. Машину, в джип. Это его машина? Не знаю. Открываем тачку. Чик. Сел в джипик. Красный джипик. А ключи? И ключи даже были. И даже бензин. Все было. Что там? Камера. Мухи какие-то. Кто это? Какой-то этот... Какой-то... Это не тот, который нам только что на... Да, это он, тот дух. Черный дух. Летит. Сваливай, чувак. Сваливай их можно быстрее. Давай, давай, вали. Разбивай эту решетку к черту. Надеюсь, ты успел удрать. Ну, судя по всему, успел. Потому что он же рассказал журналистам. Нажмите эту кнопку, пути обратно не будет, мистер Парк. На этом видео много весомых доказательств, чтобы закопать наших друзей из Марков. Вы выбрались живым из лечебницы, и мы сделаем все для вас зависящее. Наши враги — это корпорации злобных маньяков. Ты будешь не единственной целью. Ты жена, дети будут ничем, как способ починить. Сейчас я тебе придется пройти. Ты сделаешь им ущерб компании, но даже приближаешься к чему-то вроде правосудия. Но когда ты нажмешь кнопку «Загрузить», твоя жизнь окончена. Все, кого ты любишь, пострадают. Но это будет правильным решением. Так, немного значит для тебя. И что, я должен сейчас выбирать, нажимать или не нажимать? Да по-любому нажмите левую кнопку мышки, чтобы загрузить видеозапись. Тут другого варианта нет, чтобы не нажать. Нельзя. Только нажать могу. Другого нет варианта. И да. И получается, он это все разослал всем журналистам, всем этим, как его... служба массовой информации. Всем порассылалась эта информация про эту больничку сумасшедших психов, про эту корпорацию. И потом уже сюда приехал журналист проверить, так ли это. Но журналиста расстреляли по итогу. Но журналист уничтожил того черную ту летающую ересь, он уничтожил. А врачи те остались в живых. И пушки там, и эти, спецназ там какой-то еще остался в больнице. Ну, интересно будет, будет ли как-то связана вторая часть с этой первой частью. Будет, конечно, классно посмотреть это дело. Поиграем и вторую тоже часть. Спасибо всем за просмотр. С вами был Неломоб. Мы играли в игру под названием Outlast. И мы прошли с вами и дополнение, и основную игру. Так, титры. Нас, в принципе, не особо не интересует. Нажмем Escape. Я думаю, что вряд ли там какой-то мультфильм будет дополнительный. Ну, он бы, наверное, был, если бы я... подождал, а может и не было, ну, неважно. В общем, на этом мы завершаем прохождение первой части игры, больше DLC, насколько я знаю, нету, есть только уже вторая часть Outlast, я ее тоже надеюсь, что пройду с вашей поддержкой.
Всем пока-пока. А, нашел под столом меня!